Воскресный день меняем распорядок. Наш график многие события учел. Как будто бы Голгофа где-то рядом. Через столетие произошел скачок. В саду Амарфийском допоздна спеша укутывали в пелены Иисуса. Забота там на всех была одна. Никто не знал, что в гробе будет пусто. Суббота длилась бесконечно долго. Испуганные жались заперти. А воскресенье вчистую под метелку. Страх вымел и осколков не найти. Еще от солнца первые лучи не прикоснулись к горизонту с краю. Кагал заснул, устав в ночи ловчить, к погибели народ искусно править. Гроб распахнулся, онемела стража, и вахту ангелы из замертвевших сняли. О христианстве нет намека даже, ведь главного обманщика распяли. Тот день богослужением украсят, на провинившийся дождем прольются льготы. Пусть и животные войдут в такую радость, отпарятся трудящиеся от пота. Без наказаний сутки проживем, колоть не будем и не станем резать. И пусть патрон не знается с ружьем, и нищета братается пусть с крезом. Пусть в этот день слепых не облапошат, свет воскресения от мрачной той темницы. Им воссияет, и не будет тошно, принявшему Христа легко молиться. Иду на проповедь, бегу на благовестие, таланты приращением умножить. И скалы ненависти и неверия треснут, день паспортный преобразим в погожий. 6 июля 2008 года.